Книга «Открытым оком», том 6. Тема «Природа», вопрос 1534. Почему голуби взяты в пример их простоты? Или здесь неверный перевод сделан? Сколько знаю голубей, они не отличаются от других птиц никакой мудростью, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Христос говорит о мудрости змеи, а у голубей подмечена простота или кротость их. Матфея 10:16. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Простота голубей в их привязанности к месту жительства, рождения. Этим и воспользовались, сделав из них почтальонов. Нам примером должны быть беззлобность и простота. Я сам всю жизнь держал голубей разных пород. И сейчас есть 3 голубятни в разных местах. Сама по себе птица это исключительно неряшливая, живет в грязи. Скворец выносит из-под своих пенцов помет и на лету выгружает его. Коршунята поднимают зад и выстреливают далеко содержимое. А у голубя все при нем и вокруг гнезда все заложено туалетными прелестями. Это его не строим материал, а просто естественный вал, как в тех местах, где живут цыгане. У них все в их отходах. Если разбросать кусочками хлеба, и опять же ни одна птица так глупо не ведет себя, как голубь. Воробей подхватит и улетит, ворона зажмет ногой и отрывает клювом по кусочку. Голубь просто рванет клювом незажатый кусок, и кусок этот летит далеко. Он тут же опускает голову, и нет ничего, и опять пошел искать другой кусок. И не надо думать, что это сибирские голуби такие. Очевидно, что и в Израиле люди знали глупость этой птицы, и этим Бог напоминал им об их дурнении. Дурость в том, что за помощью идут к коммунистам, зовут варягов, бредят царем-батюшкой, казначейством, казачеством, симфонией с государством, а к Господу не прибегает, как должно. Осия 7:11. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. 1 Коринфянам 14:20. Братья, не будьте дети умом, назло и будьте младенцы. А по уму будьте совершеннолетние. 1 Фессалоникийцам 5:22. Удерживайтесь от всякого рода зла. 2 Коринфянам 1:12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно жив у вас. 2 Коринфянам 11:3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Римлянам 6:19. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Простому, немудрствующему Бог дает по благодати то, что недосягаемо и проворному. Серафхов 11, с 11 по 13 стих. Иной трудится, напрягает силы, поспешает, и тем более отстает. Иной взял, нуждается в помощи, иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою, но очи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Псалом 18:8. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 118:130. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Притчи 1:4. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Деяния 4:13. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Это замечание «они были с Иисусом» и определило всемирную победу христиан, всемирную к ним ненависть. Тысячи раз берешь голубей, и никогда ни один не клюнет тебя. 3 Ездры 5:26. Из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу, из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овцу.